какого. И тренер типа говорит: ну, блядь, раз до тебя мяч не доходит, то прессингуй защитников. Вот я не понимаю, почему Кокорин вообще этим не занимался. Он никакой пользы команды не приносил впереди. Он не прессинговал, не шел на добивание. То есть он не выполнял то, что должен делать нападающий, до которого не доходит мяч. То есть реально, бегать, вот доходит до какого-нибудь защитника мяч, ты к нему бежишь со всей дури, тот отдает, тебя как собачку гоняет, но ты типа прессингуешь, это так называется. И от тебя хоть какая-то польза есть, да, ты устаешь, но тебя там во втором тайме заменят минут на 60, ты свою задачу выполнил.